Сегодня мы снимаем клип на песню «Зараза», и это очень важная для нас работа. Мы, короче, придумали этот сценарий еще полтора года назад, еще до клипа «Мутный», короче, очень давно-давно, и ждали лета и хорошей погоды, и выхода, конечно же, этой песни для того, чтобы уже наконец-таки начать снимать. Женя Визаж, это Алена Реквизит, и очень еще много вопросов решатель. Это Алексей Мыльников, наш главный герой сегодня. Павел. Кто-то кому-то передает, а они, ну кто-то на шутере просто стоит, смотрит, типа, чё, как. То есть условно. Ну чё, Лёш, всё, ты готов? Кто сядет за это сегодня? Реальная сделка людей, как бы, вот наша сделка. Все, сняли первый кадр. Ура, 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 ура. Так, Лёша, мне страшно разбивать, разбей ты, пожалуйста. У меня образ 4 звезды, ты кто? Подполковник полиции, наверное, да? Камера пошла. Саш, двинься чуть-чуть. Можешь подвинуть кровать чуть-чуть туда. Кровать чуть-чуть туда, да. Не успеем. Успеем закат или не успеем, Лёша? Там все. Вот. И, наверное, потом мы просто укрупнимся на Я очень плохо снимаю бэкстейджи. Я один из самых худших людей, который снимает бэкстейджи.